Его предыдущее интервью стало нашим самым просматриваемым выпуском. Давайте поприветствуем Землю. Земля, рады снова вас видеть. С нашей прошлой встречи вы провели много разных акций, и кажется, ваши идеи наконец начали доходить. Есть сдвиги к лучшему, люди больше ездят на велосипедах, во множестве заведений появились бумажные трубочки, и электромобилей на дорогах становится все больше и больше. Да мне здорово, уже правда? Насрать теперь вообще. Я сдаюсь. Вы выиграли. Вы рады? Вы выиграли. Что мы выиграли? Хотите рубить деревья, рубите их, сжигайте их. Хотите тянуть нефть из земли, вам же будет хуже. Мне же все равно. Вы, должны быть, сегодня встали не с той ноги. Не-не. Вы сами создали себе токсичную атмосферу, живите в ней. Но мы делаем, что можем. 200 видов исчезают ежедневно. Но мы же пытаемся остановить это. Гарвардские ученые, вам это понравится, вплотную приблизились к тому, чтобы возродить шерстистого мамонта. И это только начало. А зачем ему возвращаться? Где ему жить? Вы уничтожили его среду. На индивидуальном уровне многие из нас прикладывают большие усилия в последнее время. Мы едим меньше мяса, на выходных ездим на велосипедах, и прямо сейчас на мне, например, бамбуковые носки. Бамбуковые носки? Да. Отлично. Да. Прекрасно, бамбуковые носки. Спасибо. Мы все можем расслабиться, все будет хорошо, у него бамбуковые носки. Бамбуковые носки, вот в чем все дело-то. Я бы предпочел сменить тему. Знаешь, что бы я предпочел? Динозавров. Особенно Диплодока. Он не у всех самый любимый, но мне он нравился. Он не ездил на полноприводной тачке, но теперь их нет, а вы есть. Ну вообще-то, знаете ли, у нас к вам тоже есть претензии. Что? О чем это вы? Нет, ну знаете, я вообще как-то не хотел касаться этой темы, но... Нет, ты уж коснись. Ты коснись. Коронавирус. Знаете ли. О, ну хорошо, ладно, давай обсудим. Это чьих рук это дело? Хочешь сказать, что моих, то есть это моя нет, вина, ну, да? Ну, не сами. Простите, а это я, что ли, съел летучую мышь? Кто ее съел? Это вы ее съели? Вы съели летучую мышь? Зачем вы ее съели? Я сделал ее самым уродливым, отвратным существом на свете, чтобы ее никто не съел. Но вы поймали ее в клетку, посадили в кучу с другими мышами и потом съели. Да. И теперь у нас проблема. Также мы на передаче проводим розыгрыш. Чтобы получить ваш шанс выиграть шестискоростной велосипед с углепластиковым корпусом, ответьте на простой вопрос. Какой фактор сильнее всего загрязняет атмосферу? Люди. Вариант А. Сельское хозяйство. Люди. Б. Транспорт. Люди. Или С. Промышленность. Люди. У нас осталось мало времени. Это уж точно. Итак. Может, напоследок скажете что-нибудь нашим зрителям, Земля? Вы сами виноваты. Что ж, у нас все, на этом наше время заканчивается. У нас у всех время заканчивается. Спасибо, это что конец. Были с нами. Смотрите нас на следующей пока. Неделе. Тема было выпуска будут диалоги с животными. Диалоги с животными, а у вас еще какие-то остались? До следующей недели. Кто там доживет? Кролики и коровы? А теперь прогноз погоды. Погода. Ага. Будет шторм из говна. До встречи через неделю. Спасибо. Это было ирландское трио Foil Arts and Hawk. Перевел, озвучил доктор Лемон. Поздравляю всех подписчиков с Международным днем Матери Земли. Берегите планету. Давайте все будем сортировать мусор, вообще меньше мусорить, подбирать какашки за собаками и делать всякое прочее благое. Хотя бы наша совесть будет чиста, а там, что будет с планетой, посмотрим. Будем надеяться, что все будет хорошо с ней. Не забываем подписываться на канал, не забываем ставить лайки, оставлять комментарии. А кто имеет такую финансовую возможность, можете мне задонатить, я буду очень рад и счастлив. Реквизиты для донатов в описании, список донов в субтитрах. Отдельное спасибо Хино Джей Симпсон. Всем добра и счастья! Я же не в фокусе, да? Я не в фокусе.